So, sound is recording? Yep. Vale, canta la paqueta. Sax on the room, take one. Была зима. Просто шел, смотрел под ноги. И в какой-то момент у меня просто в поле зрения появляется какая-то куча лаве. Вот просто лежит в сугробе куча лаве. Мать пробовала, короче, вешать объявления какие-то на ларьке, там их срывали. Ну, короче, месяц где-то у нас полежали эти деньги, и она в какой-то момент мне задала такой вопрос. Ты понимаешь, что если эти деньги пришли к нам вот таким образом, то ими нужно поделиться. Мы, да, поделились с людьми, которые нуждались. И где-то осталось 1500, тогда я купил за 1000 первый скейт. Ну вот как-то потом, да, понеслось, Порой ты ничего не планируешь, ты едешь по городу, в какой-то момент ты видишь спот. Доли секунды, и ты просто сразу уже на него врываешься. Если ты, например, сразу видишь и чувствуешь со своим скиллом и набором навыков, что ты можешь там сделать. И вот иногда бывает так, что аж прям это зажигается, и у тебя нету ни поворота направо, ни налево, у тебя только straight way, да, и все. Я на самом деле нахожусь максимально здесь и сейчас, в те моменты, когда я катаюсь или играю. И то не, когда играю на саксофоне, вообще не знаю, где я нахожусь. Скажи слова вообще лишние, хочется...